Всем привет! Машина Audi A6 C6 Restyling, канал Belarusian Leon. Сейчас я хотел бы показать, как устранить проблему вот такую. Когда мы заводим машину, раздается вот такая вот ошибка. Это означает, что перегорела левая лампочка у меня в машине. Левая габаритка в данном случае. Я покажу, как ее поменять. Вот она даже... Заведу машину, показываю, что левая лампочка перегоревшая. Сейчас будем менять, в процессе буду снимать видео. Там второй. Там на двух болтах, наверное, нет? На двух защелках пика сверху должен держаться. Вон две защелки. Эту лампочку достали с помощью плоскогубцев обычных. Эту вынимаем. Сейчас новенькую поставим. За рукой не очень удобно будет ставить, поэтому не очень будет видно. Проверим. Горит. Держится. Теперь туда вставить. Что делать?
Что-то она не очень бы хорошо. Не книзу он вставился, не? Там. Как он снизу будет ставить? Заменили габаритную лампочку. Сейчас будем пробовать заводить. Ну вот, ошибка ушла. Если вам видео было полезное, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Belarusian Leon. Сейчас посмотрим, как горит лампочка. И пока. Всем пока.